Клещи в этом году пока менее активны. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. Так, по состоянию на 25 мая в области за медпомощью из-за укуса клеща обратились почти 1300 человек. Цифра почти в 4 раза меньше, чем за тот же период 2016 года. При этом уже зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым боррелиозом среди взрослого населения. Тем временем в регионе продолжается противоклещевая обработка территорий. В том числе и в Кирове. Спецраствором уже обработаны парки имени Кирова, Александровский, Победы, территория Узубаревского леса и большинство городских скверов. В настоящее время работы ведутся также на территориях загородных лагерей и в местах стоянок по маршруту следования Великорецкого крестного хода. Специалисты предупреждают, активность клещей со временем еще будет расти, поэтому на природе не стоит пренебрегать мерами личной профилактики.